Hello, hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале «Английский для начальной школы». Мы с вами огромные молодцы. Мы с вами уже выучили все 26 букв и все 44 звука. Теперь мы можем с вами читать по транскрипции. А еще через урок мы с вами уже будем читать. Да, совершенно верно, читать на английском. И вы убедитесь, что это легко и просто. Я поделюсь с вами всеми секретами. Но для начала, перед каждым занятием вы будете повторять сегодняшний урок, то бишь это у нас буквы и звуки. И обязательно делать перед звуками гимнастику. Итак, мы сейчас с вами повторяем буковки, вы тоже громко вместе со мной повторяете алфавит. Поехали! A, B, B, A, C, G, K, O, S, W, W, S, O, K, G, C, D, H, L, P, D, X, X, T, P, L, H, D, A, E, I, M, Q, U, Y, Y, U, Q, M, I, E, A. И последний столбик. B, F, J, N, R, V, Z, Z, V, R, N, J, F, B. Умнички, выполняем гимнастику. Итак, делаем гимнастику. Для начала помним, мы делаем мартышку. Растягиваем губки и показываем верхние и нижние зубки. Выполняем каждое упражнение 10-15 раз. Перед каждым произнесением звуков. Молодцы, умнички, да, смешно. Это мартышка у нас. Умнички мои. Следующее мы делаем с вами рыбку. Опускаем нижнюю челюсть вниз. Да. Может быть неприятное ощущение в щечках. Это мышцы. Угу. Хорошо. Умнички. Следующее мы должны положить с вами язычок на нижние зубки и продуть воздух, как ветерочек. Только кончик язычка. Без произнесения звука, просто с вами продуваем воздух. Умнички! А теперь повторяйте звуки. Краткие гласные звуки. И, э, э, о, а. У, э, звук у в нейтральном положении. Обратно, э, у, а, о, э, и. Долгие гласные звуки, они в два раза дольше, чем краткие. Вместе со мной громко. И, а, о, у, э. Звук э, помним, да, слово наше волшебное, girl, э, э. У, о, а, и. Молодцы. Дифтонги – сочетание двух гласных звуков, когда гласные между собой звуки подружились. Эй, ай, ой, ау, ау, э, э, уэ. Обратно поднимаемся по лесенке. Уэ, э, э, ау, ау, ой. I, A. Помним, согласные звуки у нас делятся на глухие, которые в кружочках, и звонкие, которые без кружочков. Обратите внимание, там, где у нас нарисован язычок со звуками Т и Д, да, мы их произносим где? На верхних альвеолах. Это они у нас где располагаются? Совершенно верно. За верхними зубками, там есть десенки такие, бугорочки. И туда мы ставим с вами язычок, кончик язычка. Да? И тогда у нас получится четкий и красивый английский звук Т и Д. Не забываем об этом. Поехали. П, Б, Т, Д, К, Г, Ф, В. Не забывайте. Губку прижимаем верхними зубками, чтобы красивые звуки получились. Обратно. В, Ф, Г, К, Д, Т, Б. Умнички мои! Ну и, конечно, мы забрались с вами до звука Ф и З.
Мы положили язычок на нижние зубки, да, и вместе сказали «с», «с», «с». И тут же звонкий звук «з». Сам звук показывает, что нужно высунуть язычок. Следующий звук у нас «с», «з». Он располагается у нас на верхних альвеолах. Вот видите, язычок я вам нарисовала, чтобы вы не забывали об этом. Следующий звук легкий, как будто положили перышко и боимся его сдуть с ручки. Легкий такой. Следующий у нас «ш», «ж» и «ч». Располагается на верхнем небе. То есть язычок нужно поднять вверх, вверх. Да. Ротик – это домик язычка, да? И вот язычок бегает, прыгает, веселится и подпрыгнул. До самого потолка. Небо – это потолочек. Поехали, повторяем вместе со мной. Ч, ж, ш, з, с, з, с. Молодцы, умнички мои. Ну и последний наш столбик. Звук дж тоже на потолочке. Язычок подпрыгнул от радости. Дж, дж, м. Просто губки растянули. М. Н. На верхних альвеолах. Н. И, конечно же, звук Н. Такое ощущение, что мы хотим сказать этот звук и еще добавить туда как Г, да, как бы слышится Н. Но мы просто его должны без звука Г сказать, да, через носик. А весь секрет в том, что нужно язычок опустить, а язычок нужно на нижнее небо опустить. А нижнее небо у нас располагается вот так. Уперся он, где нижние зубки. Ну, туда, до упора. Положили язычок. Сначала не получается, ребят, не у всех получается с первого раза. Положили туда язычок, вот, и говорим, тренируемся. Потом язычок привыкнет к этому положению. И вот это у нас красивый звук получился. Следующий у нас звук «во», да, «во». Не забываем делать свечку. Это упражнение, которое поможет нам сказать правильно звук. Собрали губки для затушивания свечки и резко растянули. Трубочку и растянули. Трубочку растянули. Вот так. Умнички мои. Молодцы. Во. Теперь сказали. Во. 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 Следующий звук у нас Л. Располагается он, помним, на верхних альвеолах. Л. 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 У вас все отлично получается. У кого не получается, тренируйтесь. Обязательно получится. И звук, конечно же, Р. Располагается он на верхнем небе. А язычок от радости подпрыгнул на потолочек. Ра, ра. И последний у нас звук Е. А теперь соединяем. Поднимаемся вверх по лесенке. Е, ра, ла, ва, ла, н, м и дж. Молодцы! Вы у меня огромнейшие молодцы. Проделана очень большая работа. Мы с вами все выучили. А теперь мы приступаем к чтению по транскрипции. Ребята, в конце каждого учебника есть вокабулярчик, словарик. И там идут буквенные обозначения слова, написаны звуки, которые мы с вами уже выучили. Мы еще не зная правил чтения, можем прочитать с вами слова, которые в параллельных линиях, по транскрипции. Сейчас мы с вами будем читать, приготовьтесь. Итак, ребят, мы сейчас с вами будем читать по транскрипции. Первое у нас написано слово буквами, а в параллельных линиях звуками. Правила чтения мы еще с вами не изучали, это будет на следующем занятии. А по транскрипции мы уже с вами сможем прочитать, потому что мы же выучили все-все с вами звуки. Итак, первое слово – это слово «and». Да? Вы скажете, а что вот это за звук перевернутый? Так вот, звук «э», именно когда он перевернутый, когда на него не падает ударение, он переворачивается, обижается и перепорачивается. Следующее у нас слово – это «fine», «thanks», «спасибо», «хорошо». Здесь вы увидели, что какие-то звуки подчеркнуты. Так вот, подчеркивают ударные звуки на те, которые падает ударение. И вот на дифтонг «i» упало ударение, поэтому его подчеркнули «fine» и «thanks». Это удивительное слово, здесь несколько правил, да, помним, когда мы этот звук называем, мы с вами язычок, мы высовываем между верхними и нижними зубками, приблизительно 2 мм. Я вам буду теперь говорить острый язычок, и значит вы уже знаете, что мы должны язычок между зубками, да, thanks, thanks.
вот этот звук, помним, да, язычок в на нижнюю нюбу опускаем. Thanks. Следующее у нас слово go, идти, ходить. Go. Goodbye, до свидания. Hello, здравствуйте. How are you? How are you? Как дела? I'm fine, у меня все хорошо. And you, а у тебя? I, я. Let's, давай, давайте. Me, меня. My, мой. И целое выражение. What's your name? Как тебя зовут? What's your, да? E и O. Дали вместе your. Your name. Как тебя зовут? You, да? E и U. Вместе получилось you. Ты. Мы с вами you звука не увидели. Он состоит из двух. E и U. You, ты. Но сегодня достаточно. Я думаю, если вам будет интересно, вы дальше посмотрите. И с помощью нашей шпаргалки, она у нас в видеоуроках есть, кто еще плохо знает звуки, еще до конца не выучил, может подглядеть и прочитать уже самостоятельно. Вы мне огромнейшие молодцы, умнички мои. Если вам было полезно это видео, понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Тем, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте оставлять комментарии. Для меня это очень важно. Получается у вас, не получается, пишите, пожалуйста, под каждым видео. И о своих результатах. Особенно мы с вами еще, мы сейчас будем с вами учиться читать в следующем видео. Обязательно напишите результат, обязательно. А наш урок подошел к концу. And now the lesson's over. Goodbye.